Фразы, которые нельзя говорить, Сири: 0 поделить на 0 на английском языке. Число 109. Кто такая Каруна? Что было бы, если бы не было школы, ты бы не смог сложить ни одной цифры и даже не смог бы ничего сказать. Ты бы не познакомился с классными ребятами, и тебе было бы очень скучно. Ты бы не смог фотошопить учителей и смеяться над ними. Что ты больше всего любишь в школе? Напиши в комментариях. Если ты увидишь такое дерево, срочно беги. От него. На этих деревьях находятся тысячи пауков, которые очень хорошо умеют прыгать. А очень многие люди боятся пауков. Если ты не хочешь неприятностей, чтобы пауки облепили твое тело, не подходи к таким деревьям. Что будет, если наступить на морского ската? Сами по себе скаты в принципе не очень опасны и они живут в песке. Но если ты случайно наступил на ската, то в принципе ничего не произойдет, а делаешься легким испугом. Но если ты наступил на его крылья, то, скорее всего, его хвост вонзится в твою ногу. Ты часто ездишь на море? Пиши в комментариях. Самые длинные волосы в мире – это 53-летняя Аша, которая носит свои волосы на спине. Длина ее дредов составляет 16 метров. В мокром состоянии ее волосы весят 11 килограмм. А у тебя длинные или короткие волосы? Напиши в комментариях.